Годовщину присоединения Крыма к России в Омске отметили праздничным митингом. На площади перед библиотекой Пушкина состоялся концерт в рамках всероссийской акции «Мы вместе». В митинге приняли участие более 5000 мечей. Простые граждане, студенты, пенсионеры, а также представители политических партий, общественных организаций и делегаций предприятий. Все те, кому не безразлична судьба Крымского полуострова. Несомненно, праздничное настроение, потому что все помним, как все это начиналось, помним прошлогодние митинги, когда эта история творилась именно в тот момент, когда мы выходили на улицы города и поддерживали крымчан. Безусловно, сегодня это праздник, прошел уже год, Крым с нами, Севастополь. Безусловно, на лице у людей только улыбки. Мы пришли всем коллективом, всем своей организацией. Нас переполняет счастье и радость за жителей Крыма. В такие дни все должны быть едины, тем более для страны сейчас настало очень трудное время. Все должны быть вместе, неважно, каким люди конфессиям принадлежат или какой национальности. Сейчас Россия пишет историю, которую мы потом на самом деле будем перекладывать и рассказывать своим внукам, правнукам. И это гордость поступить в это, быть в этом времени и проносить внутри себя эту частичку истории. Ведь мы являемся действительно теми, кто сотворил эту историю. Для чего мы сегодня здесь все собрались? Какой у нас сегодня праздник? Напомним, 18 марта 2014 года Республика Крым и город Севастополь официально вошли в состав России на правах субъектов Федерации. Годовщину этого события амичи отпраздновали вместе со всеми жителями российских городов, поддержавших политику президента.